а не слаб! Мы мирные рыбаки, не на место. Сегодня отрывать ничего не будем? То есть к каким-то потерям все-таки морально готовы. Вот мой. Смотрим рецепт от Романа Карамзина. Это твой рецепт, который, на который ты вообще не реклама, вообще ни капли. Порвать зону. Вообще ни капли. Просроченная. Сложняем. Роман, объективность песни. Ну ладно, будет представитель общества, представитель Волковского общества охотник-рыболов, Мишнин Игорь Николаевич. Мы думаем, что он будет в процессе ловли смотреть за этим, так как он тоже будет участвовать, я думаю, он будет смотреть. Ну, дружеская атмосфера, так как это фестиваль, будет располагать к чистой победе, без обмана, без всяких там фишек, штучек спортивных. Так что будем друг на друга надеяться. Ну и сегодня какие шансы на победу? В прошлый раз под язык, я помню, да, был, наверное, прям. Сегодня, я так понимаю, тоже какие-то какулы должны быть, да? С легкой улыбкой сказал наш кандидат на победу. Я вижу, как ты можешь. Так, короче, по списку. За типа! Я знаешь, как хотел. Вот как список есть, я первый, так и все. Все, Николай, уже все быстро. За типа, иди дома, как начать. Запомни, Катя. Серега, иди. Я снимаю. Ну что, Витя не играл. Говори, какая, левая, правая. Хардкор. Зона ясен. Ну, робот! Давайте ваш комментарий. Сейчас вот организация не на высоте. Все, ну это фестиваль, ну уже сделали это. Ну, Николаевич, надо было просто, вот как есть по списку, вот так совместно, а потом просто пересортировать.
4710. Кило 300. У нас не одинаковый, что ли? Да, а, нет, что там еще? Я пошел за своим рыбком. Вот он, победитель. Чуди селестрой. Как снайпер, вылез. Ты на нем улетит, так крылья расправил. Лотва там хорошая. 50 грамм у тебя железа. Ты как раз у меня есть. Слушай, ну это... в Марксе это победа была, мне кажется. Барабанная дробь. Дрожат колени, скажите честно. И ни хера себе, 485 грамм. Ух, самый большой урок. 485. Станиславу 0, напишите. Так, ну давай, во втором туре что сделаешь? Паруй. Смотрим. Нет. Какой паруй. Да нет. Крафт. Да нет, да нет. Да нет. Да да. Ну что, первый тур закончился, весьма прикольная. Левая сторона рыбная, правая не очень. Ну, сейчас жеребьевка все решит. Саня, подними одну ногу. Можешь? Любую. Ебать. Ну давай, руку убрать. Тяжела и неказиста жизнь простого федериста. Стас, это ты закопался, ты что, маркерился, что ли? Давай руку сюда, руку, вот нет, эту. Нет, я вытащу. У меня надо... да, нога тут смотрит. Нет, ты не вытащишь. Вот нога у меня тут сделала. Нога у меня. Как? А что ты хотел, Стас, сделать? Я ног забрать. Ебать. Да стой там у тебя, никуда ты не вытащишь. Стас, может, под пятки лучше сделать? Не зарывай, наоборот. Выкапываем Стаса. Молодого, перспективного рыбака.
Вечно. Давай руку, стой. Да стой, дай руку сюда. Она сильно грязная, ладно. Да я вот за локоть тебя возьму, стой, дай сюда. За локоть дай сюда. Море. Бэтмен, спасибо, говорит, спасибо. Же слетящий на крыльях ночь. Так, ладно, давайте посмотрим теперь. Помните Африку, как этот маленький слоненята закапывается, когда отлив большой. Вот он. Следующий. Вот отлив. Вот это был отлив, и тут слоненок закопался. Нет, здесь брачные игры какие-то были. Не-не-не, Стас, просто закопался, правильно? Без брачных игр. Есть? Сколько? 2-3. А, ну это уже серьезно. На 10 грамм, да, получается? Ну. Здесь серьезно все. Первым местом. Прям. Зловонно пахнет первым местом. Ну, 9, да? 9, ого, я угадал, 9600. Провертал так. Тут за 9. 8700. 9.010. О. Сейчас надо что-то сказать. Ну что говорить? Весь там карась. Обловил. Должен сейчас сказать, обловил меня. Thank you.
Официальное закрытие, что ли, получается, сезона? Ну да, да.